На телеканале «Нефтехим Новости» в студии Эльвира Сафиуллина. Здравствуйте! Сегодня в программе мы расскажем о наиболее значимых и важных событиях. Вначале коротко о главном. Горячий вопрос. Я готова учиться 8 уроков, но самое главное – отдыхать в субботу. Быть или не быть пятидневки в Нижнекамске. Вынужденные неудобства. Ну, терпим пока, терпим. Нормально. С чем связаны пробки на выезде из Нижнекамска. КВН уже не тот. Прошлый сезон для КВНщиков Нижнекамска оказался не совсем удачным. Смогут ли юмористы возродить любимую игру? Родители нижнекамских школьников в интернете активно подписывают петицию, в которой просят Министерство образования ввести пятидневку в школах, чтобы в субботу дети могли отдыхать. На сегодняшний день собрано больше 9000 голосов за нововведение. Перейдут ли на сокращенную учебную неделю, в чем ее плюсы и минусы, и смогут ли при пятидневке школьники освоить общеобразовательные программы? Расскажет подробнее Айрат Салимов. Во многих городах России в школах уже введена пятидневка. Такое новшество было внедрено по рекомендации Минздрава. Инициаторы проекта считают, что школьники перегружены уроками, и это плохо отражается на их здоровье. Аналогичное мнение и у нижнекамцев. Потому что дети так, у них очень большая нагрузка сейчас. Она очень большая. Дети приходят, они просто, они очень уставшие. И поэтому я считаю, что 2 дня в неделю они прям обязаны отдохнуть. Нужна пятидневка, конечно. Детей очень много загружают. А помимо учебы у них еще кружки всякие есть. Чтобы 2 дня они отдыхали. Очень много уроков задают. Конечно, нужна пятидневка для детей. Я думаю, это будет больше свободного времени для школьников. Они могут заниматься спортом и не только. Ну, я думаю, что стоит, потому что дети и так загружены. Портфели вон они еле-еле таскают. Я думаю, что вполне. Пятидневку бурно обсуждают и в соцсетях. На одном из сайтов родители нижнекамских школьников активно подписывают петицию, в которой просят Министерство образования ввести сокращенную учебную неделю. В послании говорится, что дети не успевают отдохнуть от интенсивного школьного курса за один день. Также в издании указывается и то, что даже у российских депутатов по закону 2 выходных. По словам начальника управления образования Нижнекамского муниципального района, в нашем городе к этой системе перейти очень сложно. По санитарным нормам мы не можем дать больше 6 уроков в день. Вот. А если мы будем уходить на пятидневку, это будет и 7, и, может быть, даже порой 8 уроков. Почему? Потому что у нас есть предметы, на которых нужно будет производить деление. Да? То есть это иностранные языки, это различного рода технология, где она делится на девочек и мальчиков. Это есть на некоторых параллелях, это физкультура. Вот, и это как бы на сегодняшний день не позволяет уйти на пятидневную систему. И это еще не все. Сейчас приходится обучать в 2 смены. Основная проблема, как отмечает Вадим Матюшин, при пятидневке мест в школах города хватит не всем. Как оказалось, многие ученики и вовсе не хотят переходить на сокращенную учебную неделю. Причин предостаточно. Мы будем еще больше уставать, и многие предметы не будем успевать делать. Успеваемость у нас упадет. Для начальных классов это подходит, а вот для старших лучше бы оставить. Почему? Ну, потому что старше надо готовиться к ЕГЭ, больше занятий надо. Вопрос о принятии пятидневки вставал и по поводу среднеспециальных учебных заведений. Как отмечает Татьяна Куприянова, это нововведение техникумов не коснется. Учебный период никак не может быть задействован для отдыха. В соответствии с этим у нас не будет выполнен федеральный государственный образовательный стандарт, не будут выполнены учебные планы. И в соответствии с тем, что здесь мы получаем именно навыки, будем говорить, знания и умения по рабочим профессиям, прежде всего, в соответствии с нашим возрастным цензом, это просто не рекомендуется. Что касается петиции, то для ее рассмотрения необходимо набрать 10 тысяч подписей, пока их на 700 меньше. Далее этот вопрос должны будут обсудить депутаты, и если законопроект будет принят, у общеобразовательных школ города не останется выбора. Айрат Салимов, Роман Мальцев, телеканал «Нефтехим». На протяжении всей жизни человек не прекращает свое обучение. Дома за образовательную часть отвечают родители, в детских садах – воспитатели, в школах – учителя, на всевозможных кружках и секциях – профессиональные педагоги. Если есть желание, овладеть можно буквально всем – науками, языками, искусством или любимым видом спорта. Мало кто знает, что юмору тоже нужно учиться. Для этого существует КВН, который в Нижнекамске в последнее время не оправдывал ожиданий зрителей.
Мы начинаем КВН. Любой человек, услышав эту фразу, понимает, что сейчас должно быть смешно. Выйти на сцену и заставить всех смеяться – казалось бы, простое дело для человека, который занимается юмором. Но сидящий в зале требовательный зритель не знает, какой труд скрывается за каждой шуткой. Придумать шутки, на самом деле, это очень сложно. Да? То есть мы будем ребятам объяснять саму формулу, как строение шутки, актуал, то есть бытовые какие-то ситуации, над которыми можно пошутить, которые можно встретить в повседневной жизни, ну и полет фантазии, конечно. Опытные КВНщики Нижнекамска каждый год собирают самых активных студентов в школе КВН, передают им свои знания и умения. В этом году эта работа особенно важна, ведь клуб веселых и находчивых переживает большие трудности, однако желающих смешить ничуть не убавилось. В этом году на школу КВН приехали аж 100 человек. Я думаю, из этих 100 человек львиная доля ребят все-таки останутся в клубе и будут разрывать залы Нижнекамска. За новыми знаниями приехали студенты почти всех учебных заведений города. Программа школы традиционная и насыщенная. Каждый участник за 3 дня успеет узнать об игре КВН буквально все. Сегодня у нас будут лекции обучающие. Мы будем детям, студентам рассказывать вообще, что такое КВН, как его едят, как пишутся шутки, как выступают, какие есть конкурсы, какие есть команды, какие есть стили. Завтра у нас будут также, они начнут писать уже шутки сами. Ребята готовы учиться у своих наставников день и ночь. Искренне ждут от этого общения очень много. Море позитива просто. Знакомства новых. Чему-нибудь все-таки научиться, чтобы в дальнейшем, может быть, в жизни применить. КВН – это все-таки командная игра, то есть мы должны сплотиться все вместе и научиться чему-то в командном духе. Ну, жду каких-то новых знакомств, посмешить аудиторию, всю публику, показать, на что мы способны. Море позитива, и мы заряжены, и мы готовы биться. Завершится школа для молодых юмористов первой в их жизни настоящей игрой, от которой зависит, быть ли КВНу в нашем городе. Прошлый сезон для КВНщиков Нижнекамска оказался не совсем удачным. На последней игре буквально стоял вопрос, продолжит ли клуб свое существование. Новый сезон открыл юмористам второе дыхание, и они готовы возрождать любимую игру. Первый фестиваль планируют провести уже в ноябре. Ирина Никина, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим». Проблема с отоплением не перестает волновать горожан. Неприятный опыт прошлой зимы заставляет каждого быть настороже. Всех интересует, какая цифра должна стоять на отметке термометра и сколько нам придется за это тепло платить. Вопросы остаются открытыми, и по сей день специалисты уверяют, что по окончании прошлого отопительного периода они сделали соответствующие выводы и провели реформы. Какие конкретно, узнавала наша съемочная группа. Пуск тепла – сложный технологический процесс. Вопросов с его подачей и регулированием каждый год возникает немало. Этой осенью отопительный сезон начался раньше обычного. Причина тому – резкое похолодание и жалобы горожан. Но радоваться пришлось недолго. Совсем скоро нижнекамцы узнали новые подробности подачи тепла в этом сезоне. Теперь по нормативам температура воздуха в квартирах будет ниже привычных 24-26 градусов. В этом году, было принято решение все-таки перейти на нормативную температуру или на ту температуру, которая утверждена действующим законодательством, это плюс 20 градусов. По действующему законодательству оплата за отопление происходит по фактическому потреблению тепла, то есть согласно показаниям приборов учета. Таким образом, сумма платежа за отопление стала напрямую зависеть от уровня температуры в квартирах. Фиксированная цифра в 20 градусов позволит горожанам платить за потребляемое тепло гораздо меньше. Если в прошлом году средняя стоимость по городу была 10 рублей 12 копеек за квадратный метр, то в этом году она снижена до 3 рублей 45 копеек. 20 градусов – не предел. Жители каждого дома в случае необходимости могут принять решение об увеличении температуры, если условия проживания им покажутся недостаточно комфортными. Будем говорить, инициатива группы жителей должна обратиться с заявлением или обращением в управляющую компанию, которую обслуживает конкретно на квартирный дом. Далее управляющая компания инициирует проведение общего собрания в соответствии с условиями действующего законодательства. Не стоит забывать, что в таком случае плата для этого дома за отопление тоже будет выше. Если жители данные условия устроят, тепло прибавят. Решение принимать каждый будет сам, а коммунальщики советуют горожанам быть активнее и по возможности присутствовать во время снятия показаний счетчиков, потому что именно от этих цифр зависит итоговая сумма в графе за отопление.
Пробки – малоприятное явление для всех автолюбителей. Чаще всего мы сталкиваемся с ними в городе. Особенно это заметно в часы пик. Недавно ситуация усугубилась и на выезде из Нижнекамска. Водителям приходится подолгу стоять в дорожном заторе. Причина тому – ремонтные работы. Какие именно, узнавал Рустам Калимулин. Пробки при выезде из Нижнекамска в сторону набережных Челнов стали обыденностью для автолюбителей. Но многие жители города до сих пор не знают, что сейчас происходит на этом промежутке дороги. Знаете, что там происходит? Почему затруднение движения? Не могу сказать. Ну, что-то какой-то ремонт идет, не знаю, что там происходит. Ремонт, видимо. Ильнар Хабибулин проезжает этот участок постоянно. И к пробкам, говорит водитель, уже успел привыкнуть. Ну, терпим пока, терпим. Нормально. А вот в конце недели только бывает. Пробки образовались не случайно. На пункте весового контроля Нижнекамска происходят значительные изменения. Помимо основного поста будет дополнительный. Как пояснили нам рабочие подрядной организации, это один из этапов весового контроля. Сейчас их задача установить арматурную сетку и залить ее бетоном. После чего будут установлены датчики, которые будут передавать информацию на пост грузового контроля. На пропускном пункте ответить на вопрос, по какому принципу заработает новый весовой контроль, не смогли. Также не сумели рассказать, как будут фиксировать нарушения. Лишь отметили, что ответы на все эти вопросы появятся только после того, как завершатся строительные работы. Рустам Калимулин, Артур Давлекаев, телеканал «Нефтехим». Корабельная роща – это не просто красивое место с необычайной природой. На ее территории расположился еще и санаторий-профилакторий. Здесь можно забыть о городской суете и восстановить силы. Сейчас, когда некоторые лечебные кабинеты обновились, пребывание в санатории станет еще комфортней. Санаторий-профилакторий Корабельной рощи – это замечательная возможность отдохнуть, полечиться и восстановить силы. Сейчас тут идут ремонтные работы. Планируется обновить всю водолечебницу. Также уже отремонтированы два кабинета – ингаляционные и сухие углекислые ванны. Последние, кстати, пользуются большой популярностью среди отдыхающих. Воздействие углекислоты, оно улучшает кровоснабжение тканей. Насыщение происходит, насыщение под воздействием углекислоты крови, артериальной крови кислородом, что улучшает питание, доставку кислорода к тканям. А в свою очередь это улучшает обменные процессы, в том числе и углеводный, жировой, белковый, электролитный обмен. Санаторий оказывает квалифицированные медицинские услуги высокого качества. Здесь действительно можно избавиться от многих проблем со здоровьем. Для всех отдыхающих созданы самые комфортные условия. Установлено современное оборудование, используются прогрессивные методы лечения. Нелли Атнабаева работает на Нижнекамск нефтехимии и несколько раз в год старается брать путевку в профилакторий. Говорит, что здесь ей очень нравится, особенно процедура углекислая ванна. Ну, приятное состояние такой организма. В организме такие хорошие состояния, легкость, очень приятное ощущение. И легкость получаешь после этой процедуры. Как будто немножко даже омолаживаешься. Вот еще одно уникальное место – санатория «Корабельная роща». Здесь на небольшой площади разместились более 200 различных наименований растений. Вот одно из них – финиковая пальма. Говорят, что ей более 46 лет. Уникальный санаторий-профилакторий Корабельной рощи еще и в том, что он расположен в живописном сосново-еловом лесу в 5 километрах от Нижнекамска. Здесь вы также сможете забыть о городской суете и насладиться всеми прелестями природы. Рустам Калимулин, Лейсан Саитова, телеканал «Нефтехим». Что еще интересного произошло в республике, смотрите прямо сейчас в нашем экспресс-обзоре. Заблудились в лесу. За минувшие выходные в лесах республики потерялись 6 грибников. 3 мужчин позвонили спасателям и сообщили, что они заблудились. В тот же день их найти не удалось. А на утро любители тихой охоты сами позвонили в МЧС и сообщили, что у них получилось выбраться из леса. Также этим днем в Альметьевском районе потерялись еще 3 женщины. Спустя несколько часов их всех нашли спасатели. Здоровью женщин ничего не угрожает. Всего за прошедшую неделю в лесах республики заблудились 11 человек. Все они найдены. Взялись за пешеходов. Заместитель начальника ГИБДД России рассказал, что сейчас ведется работа по созданию технических средств, которые позволят фиксировать нарушения самих пешеходов. Как заметил полицейский, подобные эксперименты уже проводились в Краснодарском крае. Сейчас за нарушение правил дорожного движения пешеходам предусмотрен штраф в размере 500 рублей.
Жители республики недовольны. Голосование «Какой же город станет лицом новых банкнот номиналом 202 тысячи рублей» в России завершилось в минувшие выходные. Казань оказалась на третьем месте, уступив Дальнему Востоку и Севастополю. Не все остались довольны этим решением. Жители республики сейчас активно подписывают петицию с требованием пересмотреть результаты голосования. Как говорят активисты, многие голоса за Казань попросту оказались неучтенными, а во время прямого эфира дозвониться в студию было невозможно. Петицию уже подписало свыше 1500 человек. Всего нужно набрать 2500 голосов. В Мадышском районе Татарстана в 5 километрах от берега баржа раздавила резиновую лодку с рыбаком из Нижнекамска. Туда были направлены спасатели. Сегодня место происшествия обследуют водолазы. Пока найти мужчину, личность которого уже установлена, не удалось. А теперь о других происшествиях в республике. Впереди оперативная сводка. В Татарстане сотрудники одной из исправительных колоний пресекли попытку передачи арестанту запрещенных предметов. 17-летнему заключенному в контейнере с салатом родная мама послала сотовый телефон и сим-карту. Стражи правопорядка решили, что такие вещи за решеткой ни к чему, и изъяли посылку. Заботливой маме грозит штраф до 5000 рублей, а любимому сыну вместо звонков придется писать письма. 19-летний житель Башкирии решил сменить место проживания и переехал вместе со своей девушкой в Татарстан. Обосноваться решили в Казани. Найти нормальную работу гостю города оказалось не по силам, поэтому он решил поработать курьером. Правда, вот разносил он не документы или продукты питания, а самые настоящие наркотики. Недолго ему удавалось водить за нос наркополицейских. Спустя несколько дней паренька задержали прямо во время так называемой закладки очередной дозы наркотиков. Свою вину горе-курьер признал. Сейчас он арестован сроком на 2 месяца. Возбуждено уголовное дело. Житель Зеленодольска осенним вечером решил выкурить очередную сигаретку на балконе. Пьянящий свежий воздух и непринужденная обстановка привели к тому, что мужчина не заметил, как на его одежду попали угольки сигареты. Не заметил мужчины того момента, когда на нем начала гореть одежда. В результате через несколько минут прибывшим пожарным пришлось тушить уже весь балкон. Невнимательный курильщик доставлен в больницу с ожогами обеих ног первой и второй степени. А ведь Минздрав предупреждал, курение вредит здоровью. Пришло время новостей производственного сектора. Будет интересно. Оставайтесь с нами. Стабильное производство. На еженедельной планерке подвели итоги работы завода олигомеров. Повышение производительности. На заводе изопрена мономера завершился капитальный ремонт. Директорский корпус компании «Нижнекамскнефтехим» подвел итоги работы завода олигомеров за 9 месяцев текущего года. Без внимания не оставили и недавно запущенное производство линейных альфа-олефинов. Планы выполнены, увеличение выработки продукции достигнуто. Впрочем, обо всем подробнее прямо сейчас. Производство линейных альфа-олефинов – процесс очень сложный. Четверть века назад в нашей стране за него взялось только одно предприятие – «Нижнекамскнефтехим». В двух цехах завода олигомеров началась выработка этого продукта. Со временем производство модернизировалось по новой технологии «Альфа-Саблин». Ее предложила немецкая компания «Линде», с которой в 2012 году был заключен соответствующий контракт. После подтверждения соответствия всех подконтрольных объектов установка была готова к пуску. Событие это по праву можно назвать одним из самых значимых для компании. Ну, действительно, процесс, я еще раз отмечаю, очень такой тонкий, и достигнуть результатов, по крайней мере, на первой в мире установке получилось у лицензиара только через 2,5 года, так? Мы здесь, как отмечают и компания «Линде», и мы сами идем значительно лучше, уже используя опыт предыдущих, скажем так, наработок компании. Расходные нормы на сырье и материалы не превышены. В целом завод отработал стабильно. Никаких нарушений в работе не было. Планы все выполняются. Поэтому по производству тетрамеров, планы выполнены. По монолкофенолам, по неонолам планы выполняются. По остальным продуктам, как плетингликоли и по ПЩ, также планы выполняются. Обсудили также работу управления этиленопроводов. Задач у подразделения несколько. Магистральные этиленопроводы соединяют в единую технологическую цепочку этиленопроизводящие и этиленопотребляющие производства компаний «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез» и ряда других предприятий, входящих в этиленовое кольцо. Планы по транспортировке и хранению этилена выполнены. Действительно огромный, скажем так, комплекс, расположенный и на территории как Татарстана, так и Башкортостана, требует постоянного внимания. И здесь надо отметить, что коллектив УЭТП с этим
с этими вопросами справляется. Стратегия развития управления этиленопроводов направлена в первую очередь на повышение объемов транспортировки и хранения этилена. И для этого разработан целый комплекс мероприятий. Качество выпускаемой продукции при любом производстве во многом зависит от исправного состояния оборудования. Именно поэтому в компании «Нижнекамскнефтехим» регулярно проводятся капитальные ремонты. На протяжении последнего месяца мы пристально следили за проводимыми работами во всех подразделениях акционерного общества. Очередь дошла и до завода «Изопрена Мономера». О том, какие изменения повлечет за собой капитальный ремонт в одном из цехов, узнаем у Ирины Аникиной. История завода «Изопрена Мономера» берет свое начало с 80-го года. Основные виды получаемой продукции – это изопрен, дивинил, бутадиен и изобутилен. В дальнейшем все эти продукты используются для изготовления каучуков, термоэластопластов, различных химических веществ и автомобильных бензинов. С 2012 года здесь также началось производство метилтретбутилового эфира, сокращенно МТБ. МТБ – это является компонентом автомобильного топлива. То есть как бы добавка, высококонцентрированная добавка, которая отправляется в «Газпрому» в дальнейшем на заправку. Наша съемочная группа побывала в цехе 1815. В этом подразделении на днях завершился капитальный ремонт. Именно на этой установке производит МТБ. Для проведения необходимых работ останавливать основное производство не пришлось. У нас как бы основное производство у нас работает, это изобутилен. Производство «Газпрома», которое является. Оно работало. Как бы мы весь цех не останавливали, проводили только отдельную установку МТБ, производство МТБ. Ремонт проводился в сжатые сроки. На помощь пришли подрядные компании. Благодаря совместным усилиям все работы выполнены вовремя. Техническое освещение трубопроводов и аппаратов, а также проведен ряд монтажных работ, направленных на увеличение производительности МТБ. В частности, был произведен переобвязка насосов, за счет чего увеличится откачка от рециклового изобутанового фракции на склад и позволит поднять нагрузку на МТБ порядка около 15-20%. Как и на многих других заводах акционерного общества, здесь к капитальному ремонту относятся со всей серьезностью. В планах на будущее – сократить мешкопремонтный интервал в 2 раза. Если раньше работы проводились каждый год, то теперь такой необходимости быть не должно. С минимальным вложением максимальный эффект. На имеющемся оборудовании увеличить производительность без каких-либо капитальных вложений. Ремонт здесь закончился 5 октября. Сейчас завод работает в обычном для себя режиме. Ирина Аникина, Лисан Саитова. Телеканал «Нефтехим». Далее вас ждет спортивный обзор новостей с Айратом Салимовым. Оставайтесь с нами. Вы смотрите телеканал «Нефтехим», программу «События». Пришло время поговорить о спорте. В студии Айрат Салимов. Здравствуйте. Начнем с хоккея. «Нефтехимик» потерпел поражение в Екатеринбурге от «Автомобилиста». Встреча в рамках регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги завершилась со счетом 3-2. С первых минут матча хозяева начали хорошо атаковать, и на 4-й минуте игры Артем Гореев вывел свою команду вперед. Однако недолго длилась радость болельщиков из Екатеринбурга. На 8-й минуте канадский защитник Джеффри Кинрейд мощным щелчком сравнял счет. Далее обе команды создавали опасные моменты у чужих ворот. За 5 минут до сирены екатеринбуржцы вновь вышли вперед благодаря заброшенной шайбе Никласа Андерсена. В начале второго периода команды по очереди сыграли в большинстве, но безрезультатно. На 28-й минуте хозяева удвоили преимущество, отметился Александр Щемеров. После этого вратарь «Нефтехимика» Вилли Колпанин был отправлен на лавку, его заменил Иван Лисутин. Третий период для «Автомобилиста» вышел нервным. Нижнекам вновь и вновь атаковали чужие ворота, но голкипер «Автомобилиста» был на высоте. На 59-й минуте «Нефтехимики» все-таки сократили отставание до минимума, отличился Андрей Стась. Далее наши хоккеисты пытались перевести матч в овертайм, однако сделать этого им не удалось. Ну, я хочу поздравить Андрея Владимировича с победой, вашу команду, которая после 6 прорвала. Чего я и боялся, что прорвет именно почему-то на нашей команде. Хотя, откровенно говоря, по игре много положительных направлений. Но есть и которые не понравились. Если игру проиграли, значит, есть о чем работать. И хотелось бы еще сказать о том, что на сегодняшний день у нас те игроки, которые могут делать результат, к сожалению, у нас травмированы. Я имею в виду Диму Макарова, я имею в виду Лекомцева Ивана, я имею в виду
горы Новозорова, то есть Лямень там у нас. Вот. Ну, это ждать надо, когда они выйдут, а сейчас нам надо набирать очки, чтобы решать задачу, за которую мы взялись. Сегодня «Нефтехимик» с 22 очками находится на 12-й строчке турнирной таблицы конференции «Восток». Следующую игру 11 октября нижнекамские хоккеисты проведут у себя на льду с хоккейным клубом «Адмирал». О футболе. «Нефтехимик» не смог выиграть уже в 9-м матче подряд. Встреча в рамках 16-го тура фонбен первенства России по футболу завершилась со счетом 1-2 в пользу ярославского «Шинника». С первых минут встречи гости завладели инициативой. Вратарю «Нефтехимика» Александру Самохвалову несколько раз приходилось вступать в игру, однако по-настоящему опасных моментов у его ворот «Шинник» создать не сумел. Ближе к окончанию первого тайма «Нефтехимик» начал прессинговать соперника, но до взятия ворот дело не дошло. Во второй половине игры наставник «Нефтехимика» Рустем Хузин заменил полузащитника Дмитрия Маляку на нападающего Алексея Бабаря. Однако спустя 15 минут Бабарь получил травму, и его пришлось заменить на Руслана Галиакберова. На 56-й минуте матча главный арбитр встречи зафиксировал нарушение правил, за что был назначен 11-метровый удар в ворота «Нефтехимика». Здесь Иван Подоляк был точен. Сразу после пропущенного гола нижнекамцы сумели создать опаснейший момент, но сравнять счет не удалось. Гости перешли на контратакующую игру, благодаря которой спустя 12 минут добились повторного пенальти у ворот «Нефтехимика». В результате этих действий счет стал 2-0 в пользу «Шинника». На 89-й минуте игры усилиями Руслана Галиакберова сине-белые сумели отыграть один мяч. Это все, на что хватило нижнекамцев. Главный тренер футбольного клуба «Нефтехимик» Рустам Хузин так прокомментировал поражение своей команды. О чем можно говорить, когда команда, владеющая инициативой, проигрывает по ходу матча со счетом 2-0? Первый пенальти был абсолютно надуманным. Этот пенальти всю игру сломал. Второй пенальти, да, чистая ошибка защитников и вратаря. Это ужас какой-то. Играть весь матч, и стоит судье упустить какой-то момент, и все. Это был самый липовый пенальти из всех, что я видел. Сегодня «Нефтехимик» с 14 очками находится на предпоследней строчке турнирной таблицы ФНЛ. Следующую игру 15 октября нижнекамцы проведут на выезде с футбольным клубом «Тосно». На этом у меня все. Занимайтесь спортом и будьте здоровы. Увидимся на телеканале «Нефтехим». Вы смотрели новости на телеканале «Нефтехим». Далее прогноз погоды от Анны Дочкиной. Напомню, что все программы «Нефтехим Медиа» доступны и в интернете на официальном сайте media.nknh.ru. Если же вы стали свидетелем какого-либо события или у вас есть интересная новость, позвоните нам в нашу службу новостей. Звонки принимаются по телефону 37-72-00 с 8 утра и до 5 часов вечера. Я же с вами прощаюсь, вела программу Эльвира Сафиулина. Всего вам доброго. До встречи в эфире. Немного о погоде на вторник. Студия Анна Дочкина. Здравствуйте. Будет преобладать преимущественно облачная погода. Местами пройдет небольшой дождь. И в течение дня столбик термометра не поднимется выше плюс 3 градусов. Ветер подует северо-восточный до 4 метров в секунду. А вот в ночное время будут отмечаться слабые заморозки до минус 1 градуса. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. На этой неделе установится преимущественно сухая, прохладная погода. Средняя температура на 2-3 градуса отклонится от нормы. Дополнительное ощущение холода создаст крепкий северный ветер. Иногда сквозь облака будет проглядывать осеннее солнце. У меня на этом все. Хорошего настроения. Увидимся. «Нефтехим Медиа» – новая новостная лента в сети интернета media.nknh.ru. Важная информация из различных сфер жизни – общество, политика, криминал, культура, экономика, спорт, наука и медицина. Все, чем живет город и что волнует нижнекамцев. Обсуждение, комментарии, форум. media.nknh.ru. Достоверно, оперативно, всегда рядом. Мы говорим о том, что важно. Мы отбираем для вас актуальную информацию в разрезе нефтехимического сектора. У нас достоверные факты о городе. Программа «События» в понедельник и в среду в 19:00. В пятницу итоговый выпуск «Неделя». Смотрите нас на телеканале «Нефтехим». Мы там, где новости.